Заходите в церковь, ничего не ожидая и ничего не страшась. Обычно наши страхи связаны с какими-то ситуациями, которые случились перед этим там, в церкви. Может быть, какая-нибудь церковная бабушка что-то сказала или свечница на свечной лавке как-то неодобрительно взглянула. А вы заходите, вы пришли к Богу. Бог вас не обидит, Бог всех любит и вас ждет с распростертыми объятиями. Заходите к Нему, оставьте всякое житейское попечение. Просто приходите, встаньте около иконочки и молитесь про себя, думайте о том, что вы хотите сказать Богу. И в этой внутренней своей, внутреннем общении, диалоге с Богом найдете покой. Заходите в церковь, ничего не ожидая и ничего не страшась.